На заседании правительства были распределены субсидии на газификацию и благоустройство между муниципалитетами. Так, в ходе торгов экономия по газификации составила более 34 миллионов рублей. Эти средства распределили на проведение торгов по проектам газификации в Ивановском, Вичугском, Гаврилово-Посадском, Ильинском, Комсомольском, Лухском и Юрьевецком районах. Чуть меньше 10 миллионов рублей разделили между активными ТОСами, а вернее между 14 муниципальными образованиями. Деньги пойдут на облагораживание дворовых территорий. Кроме того, утвержден порядок оказания государственной поддержки при известковании кислых почв. На сегодня из обрабатываемых 216 тысяч гектаров пахотных земель требуют внесения доломитовой известковой муки порядка 90 тысяч гектаров. Субсидия на повышение плодородия почв предоставляется в размере 70% от суммы фактических затрат. Объем поддержки на этот год 10 миллионов рублей. При этом размер субсидии составит не более 70% от затрат. Прирост по продуктивности на данных землях будет составлять от 10 до 15%. Причем этот эффект пролонгированный на срок 4-5 лет.